посмотреть вообще, как работают свадебные фотографы, какие они расскажут там фишки, какие позы можно для моделей, как вообще процесс этот весь происходит. И для меня самый, наверное, главный вопрос был, как успевает фотограф снять все. Я не знаю пока, как это происходит, и гостей, и молодоженов, например, на свадьбе. Новые ракурсы снимал на такие фокусные, на которые раньше практически не снимал. Но открыл для себя много нового, действительно. Да, понравилось, я доволен. Какая фишка для тебя вот новая? Как работать с моделями именно? Стресс у невесты обычно. Так. Да. Как работать с ними? Как работать с женихом, потому что они более сдержаны в эмоциях? Хотя Денис не сдержан. Да. Для себя супер полезно узнала, и вот что это? Какие-то новые? Увидела другие ракурсы, потому что все-таки, когда много свадеб снимаешь, замыливается взгляд, а тут спокойная более атмосфера, поэтому начинаешь видеть как-то по-другому. Я очень переживала, что я не впишусь, так как я не фотограф, и для меня фотоаппарат вот впервые в руках, можно сказать, держала профессионально. Но как свадебный организатор мне было бы интересно изучить и эту сферу. Мне интересно знать все, чтобы я могла паре помочь, даже там с фотографом, чтобы я понимала, как это все работает. Вот, поэтому вы все такие позитивно заряженные, мне очень комфортно было. И поэтому, в общем-то, все мои ожидания определенно произошли.